Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растение против зомби. Часть 2». И у нас по-прежнему бонусные уровни «Time Twister». Сегодня мы вновь перемещаемся в локацию «Far Future» и необходимо собрать 100 оборотов, 100 комбинаций. У нас есть следующее вооружение. Это «Бонг Чой», «Орех», «Бумеранг» и «Алмаз». То, что на поле, с левой стороны мы можем менять Васаби Вып, лазер, также апельсин и эндюран. Мы уже поменяли с Бонг Чоя на Васаби Вып, хотя это и не совсем такое главное растение, но это, можно сказать, для разминки, для начала. Конечно, надо стремиться заменить апельсин. Он у нас стоит 3000 монет, это в принципе доступно, но возможно, мы, наверное, поменяем на лазер, потому что это самая ближайшая цель по деньгам. Ну, по деньгам есть эндюра, но это все-таки такое вспомогательное растение, а вот лазер это уже более или менее, но такое неплохое вооружение против зомби. Ну, а после того, как мы сейчас заменим, поставим лазер, уже будем копить деньги на апельсин. Теперь, что касается ситуации на поле, зомби у нас съели одно растение внизу, это не критично. Мы совершили на текущий момент 47 оборотов, можно сказать половина. И постепенно собираем комбинацию. Вроде бы уровень не такой и сложный. Зомби тут относительно спокойны, нету каких-то наиболее сложных и буйных, поэтому я думаю, что и этот уровень будет несложный. А были у нас достаточно тяжелые уровни, но тут уже все зависит от состава вооружений и также от, самое главное, от состава противника. Бывает, что зомби в таком топовом составе и их проходить очень тяжело. Более того, чем дальше вы продвигаетесь по оборотам, заменяете свои растения, соответственно, зомби тоже не стоят на месте, тоже там меняет свой состав. Но тут вроде бы как зомби относительно, как я уже сказал, несложные. Как мне видится, самый такой наиболее опасный это зомби с стрёмной голове, но во многих участках нашего поля стоит орех. Более того, он такой как бронированный. Поэтому на какое-то время даже наиболее сложные зомби нам не страшны. Постепенно противник теснит нас на третьей линии. Очень вовремя мы сейчас собираем пазл из 4 лазеров и срабатывает один из лазеров, выжигает всю дорожку. А мы сейчас уже поменяли одно из растений на апельсин и уже как-то дела пошли повеселее. А тут особо зомби не разгонятся. Конечно, есть зомби, например, такие как с ведрами на голове, к сожалению, апельсин их бьет, разбиваясь двух раз. Но а всех остальных противников без проблем. Хотя и зомби с ведрами на голове тоже не страшны, потому что в некоторых участках по нескольку апельсинов, так что мы спокойно себя чувствуем. И уже сейчас собрали 80 оборотов, осталось всего ничего. Появляется сейчас конус, это уже такое как усиление, но не сильно оно может кардинально повлиять на ситуацию на поле. Все-таки, когда у нас уже есть апельсин, мы уже хорошо держим поле и не даем противнику как-то продвинуться вперед. Осталось 10 оборотов и можно подводить итоги этого уровня. Я думаю, что зомби уже ничего нам не смогут помешать пройти миссию спокойно. Тем более, что сейчас срабатывают 3 лазера и убирают значительную часть зомби. Осталось какое-то незначительное количество противников, и вот так вот спокойно мы проходим уровень, после чего открываем призы. А в 2 подарках мы находим деньги, в 3 попадается рассада. Это еще не все. У нас 5 день пинята, мы еще будем открывать дополнительно бонусный приз. И в нем находится новый костюм для Grim Rose. На этом все. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.